Второе место среди 15 тысяч участников ребят со всей России – репортаж ученицы 18-й гимназии Черкесской Амиры Шен в номинации «Лучший видеокорреспондент» на всероссийском проекте «Медиашкола». Российского движения школьников занял второе место. Награждение состоялось в Москве. Юный телевизионщик поделился своими впечатлениями с Аллой Динаевой. Амира Шен восхищается Гайдном, 7 лет играет на фортепиано, но мечтает стать не музыкантом, а журналистом. И первые шаги в этом направлении она сделала, и уже есть успехи. Репортаж девочки ко дню рождения светофора в номинации «Лучший видеокорреспондент» на всероссийском проекте «Медиашкола» занял второе место. А рассказать о правилах дорожного движения в своем материале она решила... Потому что у меня такого сюжета еще не было, и поэтому есть еще те люди, которые еще не знают те правила, поэтому я хотела поделиться этими знаниями с другими людьми. Финал этапа всероссийского проекта «Медиашкола» из 15 тысяч отобрали лучших юных журналистов и блогеров. Победителям помимо грамот вручили призы – это оборудование для съемок, которое пригодится юным телевизионщикам. Но главным подарком были мастер-классы. Они проходили 4 дня в Москве на федеральных каналах и в известных изданиях. И в день проводили по 2-3 интересных урока. Мастер-классы были рутуб, как себя вести перед камерой, что делать перед камерой, какого роста, если ты новости рассказываешь, что оба, если один, то прямо сидеть, если двое, то они должны быть одного роста. Камера общая есть и боковая. Теперь Амира Шен знает и небольшие секреты и требования телевизионной журналистики. Я научилась быть веселой, я научилась не бояться камеры и не бояться самой себя. Я научилась не стесняться, и я научилась много чему, связанное с работой, моей работой. О, работа. А в чем будет заключаться твоя работа? Моя работа будет заключаться монтировать, редактировать и сниматься на камеру. Я хочу стать журналистом. Это моя цель, даже больше мечта. Амира Шен – творческий ребенок, и с видеокамерой она подружилась давно. Когда жила в Китае в возрасте 3 лет, снялась в рекламном ролике для каталога про моду. А любовь к журналистике, видимо, передалась от дедушки Баталбека Зитляужева, известного писателя-сатирика, а его дочери Светлана Кокова и Раиме Шен – журналисты телевидения. Амира Шен сама уже автор ряда репортажей и роликов. А победа во всероссийском проекте «Медиашкола» дала ей право войти в состав российского движения школьников. И ее творческие работы теперь публикуют в аккаунте федерального движения школьников. Алла Динаева, Ольга Савенко, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.